аплодисментами. Артисты любят, когда аплодируют. У них аплодисменты на первом месте. Ровно столько, сколько будет он слышать, потому что за кулисами есть место. Пока он дойдет от закулисья до гримерки, он все время слышит. Поэтому еще раз его проводим громкими аплодисментами. Ну а мы наших звезд... Потому что сегодня был самый замечательный ведущий в корпорации «Диатез». Итак, внимание.